Челябинске сохранят место с удивительной историей и атмосферой – монастырскую заимку в Ленинском районе города. Этой территории люди уже давно дали ласковое название «Плодушка». Именно жители попросили разбить парк отдыха. Просьба была услышана. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского объект был включен в программу «Реальные дела». Сейчас покажем вам, как «Плодушка» будет выглядеть после благоустройства. В распоряжении нашей редакции есть эксклюзивное видео. Итак, эскизный проект монастырской заимки «Плодушка». Юля, тебе слово. Спасибо. Территорию садово-паркового комплекса разобьют на три зоны. Итак, зона зеленых насаждений. Она включает в себя уникальный яблоневый сад и участок с особо ценными экземплярами деревьев и растений. Тот самый, который долгие годы сохраняли монахини Дигитриевского монастыря. Здесь же будет дендропарк с оранжереей и лабиринты зеленых насаждений. А это зона историко-культурного значения. Здесь мы видим краеведческий центр, крепость Челяба с павильонами народных ремесел, геопарк Южный Урал с элементами рельефа территории Челябинской области, мини-железную дорогу, дорогу Транссиб, проходящую через весь геопарк, амфитеатр с концертной площадкой. Ну и зона отдыха и досуга, игровые площадки для детей, парк лесного экстрима. Предусмотрены зоны для барбекю, обустроены огражденные площадки для выгула собак.